Овощей и фруктов в Казахстане стали производить больше, но их негде хранить. Глава правительства возмутился нехваткой специально оборудованных складских помещений. На сегодняшний день имеется свыше 1200 объектов хранения овощей и фруктов с общей емкостью хранения порядка 2 миллионов тонн. Этого недостаточно. Нужны новые овощехранилища. Это может негативно повлиять на урожай. До конца этого года в стране планируют завершить всего 29 проектов по строительству и модернизации овощехранилищ. Во время сегодняшнего заседания правительства глава Минторговли Серик Жумангарин признал еще одну проблему. Это агрессивный вывоз сельхозпродукции за рубеж. Министр заявил еще и о том, что отдельные товары, наличие которых значительно превышает спрос, почему-то все равно дорожают. А вот макароны и изделия, несмотря на то, что муки в Казахстане более чем достаточно, и вовсе проявляют чрезмерно высокую самооценку. При этом за рубежом наши макароны популярностью почему-то не пользуются, удивился Жумангарин. У нас периодически макароны вот показывают свой характер, цены начинают расти. Но в сезон не хватает, я не знаю почему. Может быть, экспорт идет. Хотя я вот достаточно много езжу по другим странам, постоянно пытаемся продать наши макароны. Но пока такого значимого успеха нет. 1600% мы обеспечены по муке, но речь идет о том, что необходимо, наверное, переработку развивать.